Она женщина века. Я имею в виду ее душу. Ненавижу этот звук. Да. Ха-ха, я вас нашел! Как же я рад тебя видеть! Ты можешь говорить, правда? Скажи, что тебе лучше. Прости, что мы не звонили, мы скрываемся. Но не от меня же. Познакомься с Марианной Полом. О, я догадался, что ты возьмешь протеже. Я его дочь. Только посмотрите на их лица. Ты попросила его остаться. Почему? Как давно мы это делали? Сколько лет назад? А ты очень земная для рок-звезды. Что я сделала, чтобы разозлить тебя? Хочешь? Нет, я не курю. Это не значит, что ты не хочешь. Мы были друзьями. Братьями. Будем драться. Просто замолчи. Мир еще не готов к твоей правде. Зачем Пол в твоей жизни? Сейчас. Ты не заслуживаешь ни одной из них. Я влюбляюсь в каждую красивую штучку. Ты не хочешь этого делать. Я люблю тебя. Ты безбашенный. Мы все безбашенные. В этом и фишка.